Паралимпийские игры в Южной Корее в самом разгаре. До финиша осталось 4 дня, и наша сборная по количеству медалей уверенно расположилась на второй строчке. Анна Миленина, до этого выигравшая 3 серебра, наконец-то добралась до золота. Ну, вообще все хорошо, мне все нравится. Такие погодные условия, трассу делают молодцы, хорошо, и праздник. Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина также пополнила копилку наград. Она стала третьей в лыжном спринте среди спортсменов, выступающих сидя. До этого Марта выиграла серебро в биатлоне. Когда выкатываешься на стадион, ветер прям в лицо и становится еще тяжелее. Сегодня очень концентрировалась на стрельбу. Подолгу очень лежала на рубеже. Выцелила буквально каждый выстрел. И, ну, все равно как бы допустила один дома. Ветер мешал, да? Да. Зайнуллина родилась в Нижнекамске, потом переехала в Казань и занималась под руководством Ирины Поляковой на Лебяжьем. Затем перешла в Центр спортивной подготовки, где занимается и теперь, но только с Фаридой Сафиуллиной. Больше всего мы ставим ее на биатлон, вот это вот золото, потому что там может произойти все, как и с ней, так и с ее соперниками. В лыжных гонках там, конечно, большая конкуренция, вот. Хотя и тут она, вот буквально сегодня в 8 утра я смотрела онлайн ее старт, она пришла третьей. Шансы на золото еще не потеряны, наоборот, главные победы Марты связывают с ближайшими лыжными гонками и биатлоном. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Пхёнчхан.